сограждане. Как всегда, шолом помогает вам проснуться. Забудьте все, что вам снилось, и посмотрите в окно. Как всегда, доброе солнце озаряет наше лучезарное, настоящее и великое будущее. Как всегда, мы просыпаемся с верой и с надеждой нашего мудрого и великого корпуса Спельдера! Мы у вас весь вечер еще. У нас здесь такая чехарда из-за синкопа выходит. Вот смотри, вот этого синкопа. Что это синкоп? Кость, ты чего, а? А при чем здесь я? Что вы ко мне вообще пристали? Еще синкопа придумали какую-то! Ну, уважаемые, я готов. Пошли. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты туда ходи, а то сын башка попадет. Это чего? Это чего в моей произведении? Девочка. Скажи. Девочка. Ну, точка.
Еще раз. Кто это такой? Да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой. Мне все ясно. Мне тоже все ясно. Теперь тебя вылечат, алкоголик. Разбиваюсь от
надо. Это тебе не картошку варить. А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварилась, ел, да? Не тут-то было. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну сколько? Жареное и пюре. Да? А ну считай. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Это что такое? А это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Это я ел. Ну так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черной сливой, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом, шанги. Это что это такое? Ой, это я просто знаю, это бульки такие, объедения. Точно, это только блюда из картошки. Ну, в общем, мне с вами тут больше некогда. Поедите, посуду аккуратненько соберете и принесете на кухню. Потом добавок в термосе, в чайнике кисель.